починаємо говорити про те, що вже й обіцяли протягом цілого ефіру. До нас завітали наші ранкові гості. Це Сергій Кузнєв, член громадської організації «Наше рідне Закарпаття», а також Федір Шандр, професор Ужгородського національного університету. І будемо говорити ми про професійну перепідготовку військовослужбовців, учасників АТО та членів їх сімей. Доброго ранку. Доброго ранку вам. Тема цікава. Багато людей, певно, що не можуть знати, про що йдеться, про яку саме перепідготовку і чому вона стосується не тільки військовослужбовців і учасників АТО, але і членів їх сімей. То, скажімо, саме перше питання, то який напрямок цієї перекваліфікації, про що ми говоримо? Ми почнемо з того, що це йде як соціальна адаптація людей, які закінчили воєнну службу. Изначально это Международный фонд социальной адаптации военнослужащих, работает на Украине уже в течение больше чем 10 лет. И его работа заключается в том, чтобы дать возможность людям самореализоваться после того, как они уволились. В Украине 10 роки больше, так? Да, больше 10, на Закарпатье. Нет, это мы только сейчас начинаем этот проект. Что дает этот проект? Это дает проект получить дополнительное образование, которое на данный момент востребовано на рынке. Кроме образования, еще можно получить навыки по открытию своего личного дела, потому что это, ну, самая лучшая самореализация – это открытие личного дела, стать независимым и получать, зарабатывать деньги за любимое дело. Так как у нас сейчас Закарпатье развивается очень, скажем так, семимильными шагами идет по туризму и отельному бизнесу, мы открываем именно обучение по этому направлению. Что мається на увазі? Яка мета саме цього проекту? Дать возможность людям получить образование и самое главное, не просто получить очередной диплом, который будет лежать на полке, а именно самореализоваться в этом направлении. То есть получить работу или открыть свой бизнес, или, ну, самореализоваться. Притом это будет обучение не только военнослужащих и участников АТО, это члены их семей, там до 30% группы будут члены семей. І робота в цьому направлінні далі. От важливо запитати, хто залучений до цього проекту, хто подаватиме інформацію, хто зрештою буде, ну, не скажу лектором, але скажімо, коли ми говоримо про перекваліфікацію таким своєрідним коучем, який подаватиме інформацію. Тут хотілося про це запитати. Ну, изначально это идет у нас, повторюсь, Международный фонд социальной адаптации военнослужащих, который спонсируется норвежской стороной. Это проект в рамках проекта «Украина-Норвегия». Деньги идут от правительства Королевства Норвегии. Они выбирают один из ведущих университетов региона, заключают с ним договор, и в дальнейшем на базе этого университета проходит обучение. Ну, понятно, что на Закарпатье один из самых ведущих и самый ведущий – это УЖНУ. И мы обратились к преподавателю, вот, поважный Шандр Федор Федорович согласился помочь в этом вопросе. Уже разработан план, ведутся договоренности. Очень приятно и очень порадовала такая быстрая реакция со стороны первенства УЖНУ. Мы надеемся на такое хорошее сотрудничество и, думаю, результат будет толковый. Не забываем, что после этого обучения ребята получат не только сертификаты от УЖНУ, они получат сертификаты от Норвежского института НОРД, который является в данном моменте как сотрудник и участник. И в дальнейшем для УЖНУ это будет большой плюс, потому что после года работы в совместном проекте есть возможность уже выходить напрямую на университет МОРД и обмениваться студентами и так далее, вытекающие отсюда впоследствии. Пане Федя, розкажіть саме про цю співпрацю на вашому факультеті. Тобто, як це буде відбуватися? Це буде таке саме навчання, 4 роки, чи там 5 років магістратури, і діти теж матимуть змогу навчатися? Ну, я перед тим, як розпочати, я попросив пана Сергія, щоб він зачитав в ефірі телефон, по якому можуть звертатися військовослужбовці, члени сімей і учасники АТО, да? Якщо можна, да-да. Сергій. Телефон 050-288-90-86. Это мой личный телефон. Я, получается так, что работаю в Державной службе Украины с правом ветеранов и участников АТО, и все эти люди, которые прошли военные действия, военнослужащие, мне очень близко знакомы, поэтому я здесь выступаю как координатор этой работы, и моя задача набрать группу мотивированных людей, которые будут в течение, вот, 3 месяца мы будем обучаться, и притом это так, как это будет у нас ребята довольно-таки взрослые, это могут быть военнослужащие, уже пенсионеры, это могут быть молодые ребята, прошедшие АТО, это члены семей, много работает, поэтому обучение будет проходить после обеденный рабочий час, в районе 3-4 часов ежедневно, начитка часов будет проводиться на базе УЖНУ.
Ми говорили про те, що залучені до цього проекту Ужгородський національний університет. А скажімо, які люди, зокрема, залучені до цього проекту? А безпосередньо це тут йдеться про викладачів, які працюють у нашому університеті. То чи можна трошки про це розповісти? Ну, власне, ми вже проводили подібні, але не саме такі. Ми викликалися допомогти, тому що це специфічна група населення, від якої залежить доля всієї держави. Да, і відповідно. Маємо брати участь і не тільки волонтерську, а й освітню, і реабілітаційну у вигляді соціально. Да? Тому що якщо не буде реабілітації соціальної, тобто вихід безпосередньо на роботу, то будуть ті ж самі наслідки, які сталися на початку 90-х в Радянському Союзі, да? Коли саме така група населення залишилася без догляду соціального, да? І на розбір самих соціальних явищ. Ну, тому безпосередньо бере участь кафедра соціології та соціальної роботи, викладачі факультету туризму і ті, що спеціалізуються по певним моментам. Це і економічні, і соціальні, і психологічні дисципліни, дуже багато комунікаційних дисциплін. Безпосередньо викладачі вже вели ці курси, і ми домовилися лише по одну, що ми будемо співпрацювати, якщо у нас буде курсанти будуть мотиваційні. Якщо людина не хоче працювати, ми з нею нічого не зробимо. Є бажання. З свого боку, ми даємо не просто гарантію, а ми ставимо людину на конкретне місце роботи і показуємо, ви тут затребувані, бо маємо сьогодні статистику реальну, яку що потребується на ринку праці. Не просто там для профанації чи якихось паперів бюрократичних, да? А саме те, що потребується реально на ринку. Тому викладачі, які вже пройшли ці курси, попередні там на курсах екскурсоводів, курсах провідників, різноманітних мастер-класах, да? Ми бачимо, що потрібно на даний момент, в даний час, в 21 столітті, в 18 році безпосередньо курсантам. Пане Сергій, ви говорили про те, що буде наданий сертифікат Ужгородського національного університету, також у Норвезького університету. Так, документ, який засвідчує, що людина пройшла курс такого навчання. Але, зрештою, які можливості перед нею потім відкриваються, коли людина має такий сертифікат? Якщо навіть йдеться не про створення власної справи, а, скажімо, навіть про працевлаштування, то там фішка цих двох сертифікатів. Ну, смотрите, дело в том, что насколько это важный проект, говорит тот факт, что на открытие этого проекта в Ужгород планирует приехать представитель Норвегии в Украину. Собирается приехать директор фонда сюда. То есть это проект довольно-таки серьезный, и люди эти, поверьте, приезжают на серьезные мероприятия. Как когда тоже так же самое курсанты спросили, люди, которые обучались, спросили у представителя Норвегии, что дает этот диплом, он говорит, без проблем, этот диплом вам даст возможность преференции при устройстве на работу в Норвегии. Мы прекрасно даем себе отчет, что очень многие сейчас люди хотят уехать за рубеж, поучиться, но мы хотим сделать это, знаете, так, чтобы никто не будет держать насильно. Да, понятно, мы прекрасно понимаем, что человек ищет лучшую долю. Но посмотрите сюда, сюда на Закарпатье привезли сыроварни, люди, которые проработали в сыроварне за рубежом. Mm-hmm. Они привозят оттуда свой опыт и устраивают свою жизнь здесь. Mm-hmm. Мы бы очень хотели, чтобы они получили теоретические знания здесь. При возможности, если они хотят уехать, там учатся, набирают опыт, приезжают сюда и здесь организовывают. Но, конечно же, 90%, даже не 90-100%, мы хотели бы, чтобы люди остались. Такое направление, как, допустим, зеленый туризм, это, может быть, кто-то имеет заброшенный дом бабушки, который где-то в горах. Он не знает, как его реализовать, не знает, он его не продаст, ничего с ним не сделает. Поэтому мы научим его теории, как это можно сделать, и он будет туда принимать туристов, которые будут отдыхать, а он на этом будет зарабатывать деньги. Открывать свой классный бизнес. Конечно, открывать свое личное дело, самореализовываться здесь. И при этом, получается, у него вкладов много, не нужно делать, у него все уже есть. Ось говоримо про те, що дуже важлива мотивація в таких людей. А чи є мотивація в них? Чи звертався вже хтось до вас, чи коли вони зможуть? Мы начали сейчас, только мы идем, проводим информирование в информационном поле интернета. То есть угу. Это Facebook, это сайты информационные и так далее. Ну и зараз вот мотивация. Да, сейчас уже телевидение, потом будем подключать центры занятости, видео соцзащиты. Конечно угу. же, это будет в дальнейшем все нарастать. Хочу сказать, что курсы будут уже организованы с 26 февраля. То есть месяц уже остался до начала.
нам уже есть звонки с центральной Украины. Мы парадоксально, но факт, больше сейчас у нас получается людей, которые Кривой Рог, Киев, Херсон, люди звонят. Да, есть люди, которые там прошли боевые действия, есть люди с семьей участников АТО. И они все хотят что-то поменять в своей жизни. По статистике, люди, которые вернулись с войны, процентов в районе 50, если память не изменяет, они меняют что-то в своей жизни, они что-то хотят поменять. Ми даємо таку можливість. Ми даємо таку можливість і інструменти для цього. Навіть якщо поглянемо на саму тему розмови, то це перепідготовка військовослужбовців і їх членів сімей. Важлива особливість. А наскільки важливо звернути увагу, зрештою, до членів сімей, коли їм випадає нагода так само отримати це навчання? Скажімо, не тільки людей, які повернулися із зони АТО. То чому є така особливість? Ну, взагалі, не може бути просто адаптація або соціалізація одного віддільно взятого члена сім'ї. Он живет в семье, он в ней, скажем так, дышит. И на данный момент у нас больше, конечно, внимания определено именно участнику АТО. То есть, если мы говорим про государственные программы, которые работают, это санаторно-курортное лечение, это психологическая реабилитация, это социальная профессиональная адаптация, это все нацелено именно на участника АТО. Есть такой недолик в этой программе в том плане, что немножко как-то получается в стороне стоят или мужья, или жены участников боевых действий. Эта программа дает нам возможность это дело все скоординировать, вместе соединить, потому что кроме занятий по теории бизнеса, там, туризма, отельно-ресторанного бизнеса, будут еще предметы по психологии, потому что нужно поменять свое отношение к жизни, ну, немножко, в плане того, что понять, что клиент всегда прав, понять, что ты работаешь на себя, что как ты будешь работать, так ты будешь получать результат. И если ты относишься к этому вопросу позитивно, у тебя позитивный результат. Это все будет тоже преподавание психолога, будут работать люди, которые будут настраивать людей. То есть все сформовано все ж таки на одну людину, яка була в зоні АТО, але тим не менш вона буде змінюватися і буде змінюватися в колі сім'ї, тому що відкриє власний бізнес, можливо, з часом, так, навчати. Смотрите, если откроет личное дело жена участника АТО, как это не будет влиять на он вместе с ней живет. Если откроет личный бизнес там или будет работать сын участника, то совершеннолетний, который потом что батька уже, допустим, там инвалид, не дай бог, или просто уже не работает. Открывший личное дело сын участника, то это может делать. Ну, так или иначе, сам участник, то будет в этом деле участвовать. Конечно же, мы не рассматриваем отдельно взятого участника, то или, кстати, военнослужащего, потому что это идет, набираются на эти курсы не только участники, а то набираются военнослужащие, которые прослужили в вооруженных силах. Прикордонные войска, МЗС, МЧС, СБУ. Все люди, которые закончили службу в районе 7 лет от сегодняшней даты, имеют возможность поступить на эти курсы. Підсумовуючи нашу розмову, куди ці ініціативні люди, ми говорили про те, що вони насамперед мають бути мотивовані, куди вони повинні звертатися, аби стати учасником цього проєкту? Можливо, ще раз нагадати. Так, через телефон. Ну, напомню свій телефон 050-288-90-86. Мене звати Кузьмин Сергій. Я представитель громадской организации «Наша Рідна Закарпаття» и представитель Державной службы у справ ветеранов войны и участников АТО. Звоните мне, я координирую группу, набираю, выбираю самых мотивированных людей, потому что нам, опять-таки повторяюсь, нужен результат. Нам не нужна галочка «Очередная, мы провели курсы». Нам не нужна очередная галочка, мы выделили 10 или 20 дипломов. Нам не нужны люди через год, которые будут работать в этом направлении. Если вы решили и хотите работать дальше, мы... Ну и працюватимемо на благо нашого краю. Конечно. А кілька таких меседжів для успішних підприємців ви сьогодні вже озвучили. Більш ніж переконані, що набагато більше інформації прозвучить і на цих курсах. Нашим глядачам нагадаємо, що сьогодні ми спілкувалися на тему професійної перепідготовки військовослужбовців, учасників АТО та членів їх сімей. У нашій студії був Сергій Кузнєв, член громадської організації «Наше рідне Закарпаття», також Федір Шандор, професор Ужгородського національного університету. Наш ефір не завершується, вже за кілька хвилин знову з вами.